Итак, ребята, всем привет, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Resident Evil Revelations 2. Ну что, мы начинаем уже второй эпизод, и мне написали в комментариях, что именно сам дисбаланс, вообще самый дисбаланс вообще здесь, в этой игре, начинается как раз-таки со второго эпизода, именно поэтому я в свое время переключил на легкую сложность. И мне что-то интересно, что там такого, потому что я прям совсем не помню. Прям вот реально не помню, и все, хоть убейте. Давайте смотреть на выживание. Пройдем по-любому, постараемся. Ранее в игре Revelations 2. Клэр Редфилд, пройдемте с нами. Куда нас привезли? Столько страданий. Ты пока даже не знаешь, чего бояться. Ты кто? Я надсмотрщица. Просим прислать помощь. Я здесь, детка. Главное, будь жива. Нет у меня родителей. Вон там. Ты откуда знаешь? Об этом на инструктаже не говорили. Боже мой. Тут хоть кто-то есть? Твою дочь зовут Мойра? Да. Она мертва. Что? Итак, смотрим, что там на самом деле случилось. А то интриги нагнали, трындец. Второй эпизод. Созерцание. В каком-то смысле наблюдатель разделяет жизнь. Он держится за то, что живет. Мама дорогая, моя жизнь прекрасна. Слушай, прямо как в Киджуджу. Забавно, блин. Дальше без меня. Перегруппируемся потом. Гейб, ты слышал, что он сказал? Пошли, Фишер, ты должен выжить нахрен. Эй, Фернандес, глянь. Это то место? Васит? Или как там его? Да, здесь начинается жизнь. Это Томпсона? Да. Я его осмотрю. Вот, блин, Гейб. Гейб? Редфилд? Ты жива? Ладно, вставай. Боже, с тебя пара трусов. Заходи. Эй, новичок с нами. Так и знал, что это вы, ребята. Просьбы есть? Ну ты еще погромче сделай, придурок. Вообще капец. Что это вообще за отдел такой, где одних придурков набирают? Я не понимаю пока. Но это интересно. Ладно, погнали дальше. Мы проснулись посреди леса. А ты? Какая-то разрушенная тюрьма. Гейб. Джина мертва. Черт. И Томпсона не стало. Да, но я снял его браслет. Эдди хотел бы, чтобы я узнал, как он работает. Блин, ты что, ему руку отрубил? Порой надо делать трудный выбор. Идем посмотрим, что в этом здании. Сейчас посмотрим, может это полезное будет. Смотри, что-то вот здесь я уже сразу вижу. Это пахучий химикат. Ладно, а что с ним можно сделать, кстати? С пахучим химикатом-то. Сочетание с чем-то можно сочетать? С травой, например, и что? Это против у нас будет, против кровотечения, ладно. Это что такое сочетание с чем-то есть? С бутылкой. Дымовая бомба, хорошо. А, вот, бутылка-ловушка. Приманивает врагов, по истечению заданного времени взрывается, наносит урон. Прикольно. Приветствую на грани истинного страха. Надсмотрщица, что тебе нужно?
швырнуть вас в стену и увидеть, кто выдержит, а кто нет. В данном случае стена — это особый вирус, который я вам всем ввела. Ты что? Мы все умрем, это несомненно. Но один из вас может умереть достойно. Я не подопытный кролик. Свою идею пусть сунет в свою всевидящую жопу. Но если нас чем-то заразили... Эта сука в меня иглу вставила? Выбрось из головы. Редфилд, идем со мной. Пойдем. Да ты погоди. Ну ты музыку выруби и свет погаси, ну ёлки-палки, что же вы делаете, придурки? Здесь пока ничего, подожди-ка, я хотел кое-что проверить, что у нее там есть. Вот это вот можно сочетание с вот этим вот, да. Здорово. Дальше патроны передать. Что-то еще есть? Порох, сочетание, ну-ка, сочетание с бутылкой, да? Будет что-то интересное. Хорошо. Патроны, что ли, были? А, вот эта штука появилась, ладно, хорошо. Ну, в принципе, пока хорош, пойдем. Я беру ее, чтобы она подсвечивала предметы, нам это пригодится очень сейчас. Только один момент, нужно перезарядиться. Потом здесь перезарядка. И вот так перезарядка. А ну все нормально, пойдем. Ну что, идем? Я тебе кое-что покажу. Тут еще нужно рисунки Кафки искать же, да, по-любому. Только я вот не знаю. Наверное, стоило туда сначала сходить. Слушай, надеюсь, Фишер в порядке. Нил? Нил был с тобой? Да, но по дороге мы разделились. Вертолет. А вон что-то есть с той стороны, я уже вижу. Управлять этой штукой сможешь? Когда починю? Напряжение недостаточно. Надо новые аккумуляторы и топливо. И мы все, что нужно в этой куче говна найдем. Судя по моему опыту, да. Помоги искать. Я понял, хорошо, сейчас сделаем. А, промазал шутка, подожди-ка, я понял. Ну сейчас будет в другом месте по-любому, да? Получилось. Прям на грани был. Ну что-то прям как-то больше здесь бонусных очков дают, чем предметов. Ладно, хорошо, нам куда? Аккумулятор найти, и я понял. Сейчас будем разбираться. Видимо, нужно вернуться, да? Только сначала я думаю, что мы здесь что-то найдем. Все верно. Так, давай-ка ломиком поработаем немножко. Патроны к пистолету. Это тебе. Теперь здесь. Пахучий химикат забираем, пускай она там химичит потом в дальнейшем, да? Чё дальше? Отсюда, я так понимаю, нам предлагают выйти. Так. Где? Клэр? Думаю, мы здесь не одни. Правда? Ты такая умная. Ты еще погромче музыку вруби, ну как бы, да, чтобы все точно здесь на районе услышали, что мы тут. Где? Вижу. Все, готов, да? Да, кажется, готов. Ну, у нее здоровье нормальное, кстати. Я так понимаю, когда ты не управляешь персонажем, у него здоровье сносится, но не так. Чтобы сильно, да? Потому что мне бы уже там до красного добили, мне кажется. А чё у Клэр фонарика нет, я не понимаю. Чё за приколы? Тут, видимо, не курить, да? Ну, чё-то типа такого. Типа, огонь недоступен. Топливный склад. Но вход заблокирован. Ну, видишь, что-то здесь как будто бы есть. Дрель нужна. Ага, понял, хорошо. Сейчас будем работать. А дрель у нас от чего работает? От электричества, я правильно понимаю? А вот и дрель, кажется, да? Судя по звуку, это именно она.
Великолепно. Так, иди-ка сюда. Вот он, да? А, подожди-ка, стоп, это свой. Педро! Не пугай меня так, Клэр! Вот что я нашел. Если увидишь тонкие стены, их точно можно просверлить. Глянь, есть ли внутри что-то полезное? Так, давай, Мойра, вперед, твой выход. На всякий случай проверил просто. Это тебе. Дневник путешественника, 11 октября 2008 года. Этот островок я нашел в старой пыльной книге, на картах и вообще нигде он не отмечен. Подумал, классно, это шанс найти приключения на неизвестном острове. Так хочется туда. Аренда вертолета обошлась недешево. Как только мы сели, местные захватили вертолет, а меня поместили под стражу. Нехорошо. А теперь я заперт в старой грязной комнате. Эти чуваки прибабахнутые. Не могу объяснить. Бывает, посмотришь на человека и чувствуешь, что с ним что-то не так. Да, атмосфера здесь очень нехорошая. 12 октября 2008 года. Эти чуваки спорили о том, что со мной делать. Как насчет отпустить? Я снова и снова им говорил, что прибыл на поиски приключений, но они не слушают. Это очень нехорошо. О, прям вся история, ну, меня сейчас убьют, но это нехорошо, в общем-то. 19 октября 2008 года. Похоже, чуваки не могут уразуметь, что это место мог найти посторонний. Эй, ау, сейчас эпоха технологий. Если хочешь искать, найти можно вообще что угодно. Но у меня зарождается чувство, что решение поехать сюда не слишком удачное. Правда? 10 декабря 2008 года. Блин, 2 месяца, я до сих пор здесь. Бред. Происходит что-то нехорошее. Я никого не видел, слышу звериный рев, но не вижу источник звука. Какого хрена? Они ведь не забыли, что я здесь, правда? Правда? 19 декабря 2008 года. Ни еды, ни воды. Собрал дождевую воду. Помогло. Нет сил даже крысу поймать. Долго не протяну. 26 декабря 2008 года. Воды, воды. Боже, прошу воды. Ну, это очень нехорошая история, однозначно могу вам сказать. Ну, больше я ничего здесь не вижу, да? Можно уходить. Твоя дрель пригодится прямо сейчас, если ты не против заняться сносом. Нет проблем. Только направление укажи. Пойдем со мной, придурок. Сейчас только я посмотрю, что еще здесь есть. Просто ради интереса. Ёб твою за ногу, спокойно, мужик. Что-то быстро отъехали. Ну там еще. О, ёб твою мать! Что-то можно сделать? Так. Ой, что-то я косячу. Бежим. Давай. А это все? Мы уже на месте? Что я сверлю? Там все живы, я надеюсь. Ну, что-то долго она там на самом деле взрывается. Вот что-то есть. Может, что-то она еще подсветит? Было бы неплохо. Ну, кажется, нет. То есть зря, что ли, сюда шли, кучу патронов потратили, ни на что, если говорить прямо. Вот что-то, может, здесь я найду? Заперто с другой стороны. Подожди-ка, стой. Может, есть какой-то другой вход? Но почему-то я его не наблюдаю. Либо оттуда потом кто-нибудь выскочит. Ладно, хорошо, пойдем пока. Хотя вот оказывается, как будто бы вот здесь что-то есть еще. А, мы тут были, да. В таком случае возвращаемся к топливному складу. Да заткнись ты уже, елки-палки-то, а. Ты идешь? Дурко! Быстрее. Это то место? Ладно, отойди. Что это было? Ой, они вернулись. Что, сдерживай их? Не подпускай их ко мне. А, вон он. Минус один сразу. Что-то они быстро отъезжают. Слушай, мне кажется, перебалансили все это, всю игру. Либо у меня там какое-то мощное улучшение стоит для пистолета, которое сейчас упрощает весь процесс, да? А, здрасте.
Да ёлки-палки, ты издеваешься. Так, да ёлки, вы чё, и чё, угораете? Стой, 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 стой. Так, готов, кажется. Это все? Да ёб, вы чё, издеваетесь? Посвети ему в глаза, ёлки-палки, чё стоишь? Ну врагов просто трындец. Okay. Можем войти. Спасибо. Вот еще патроны. Ну враги здесь точно есть. Судя по звуку. Топаз. Топаз. Спасибо. Мне прям еще эти топазы нужны, ёлки-палки. Стрелять, по-моему, здесь нельзя, насколько я помню, да? И вон, кажется, то, что я ищу, да? Ёп! Так, быстрее валим. Не знаю, можно стрелять тут, нельзя? Все, кажись. Вот, нашли то, что надо было. Топливо есть, остался аккумулятор. Но он с другой стороны, получается, должен быть, я так понимаю, да? Не удалось отследить передачу на браслет. Передача идет с северо-запада, с возвышенности, сигнал сильный. Да, помех нет. Ее местонахождение может стать ключом для побега. Так, идем сюда куда-то, да? Вон что-то еще. Очередной топаз. В общем-то, я уже предугадываю то, что здесь спрятано, понимаешь? И что-то еще вот здесь должно быть. Клэр, в том доме горит свет. Конечно. А залезть нельзя. Заметьте. Может, с другой стороны обойти? И вон там что-то есть, глянь. Как будто бы, да? А поцарить можно? Странно. Ну, оно закрыто с другой стороны, но попасть внутрь нельзя, да? Это как? Так, патроны к пистолету. Это тебе. В обойме 31 патрон, охренеть. Я тоже хочу себе такой пистолет. Врубай. Потом смотри, это по идее открывается. Что-то там происходит, но мне страшно проверять. Подожди-ка, иди-ка сюда быстрее. Господи, ты напугал меня, ёлки-палки. Стоишь как зомби, блин. Сразу такой враг здесь, трындец. И сколько нужно в него выстрелить? Все. Ну, дофига, конечно, патронов приходится на него спускать. А вот и аккумулятор. Пустая бутылка. И это можно взломать. Давайте так и сделаем. Хорошо. А, еще тут получается, да, тут, типа, он заперт. А, тут два замка, видишь, типа, короче, я понял, что-то новенькое. Во, хорошо. Все, и бензин, и аккумулятор у нас есть. Это все. Возвращаемся к Гейбу. А это, типа, правильно я иду хоть? Пойдем посмотрим. Заперто с другой стороны. Погоди-ка, не сюда. А меня вот интересует другое. Там он, я видел лестницу, как до нее добраться? Типа, а если по ней выстрелить, она упадет или что? Смотри, ради прикола, давай проверим.
Нет, это то есть делается вообще не здесь. Давайте ради интереса посмотрим, проверим, да, все-таки. Это мы здесь были, да. И это вот на крыше этого здания. Я могу войти сюда? И вот смотрите. Ну, здесь выше уже не подняться никак. Есть кнопка, но... Типа, с ней взаимодействовать нельзя. Не понимаю, на самом деле, как это сделать. Но по-любому там наверху что-то есть, да? Это не вырубается. Ну, благо, хоть оно не так орёт. Как в катсцене. Ну, давай... А вот, можно здесь подняться. Да, давайте так и сделаем. Во! А, я понял, кажется, да. Это для Барри. Мы потом здесь будем ими. Ёпта, напугал он опять. Он там встал и не может выйти. Слушайте, ну это вообще какой-то трэш. Чего ж такое? Меня тут больше свои напарники пугают, чем зомби, блин. Подожди, я только не пойму, а куда? Как мы сюда попали? Это нужно, получается, выйти и вот туда, по-моему, идти, да? Наоборот. А вот там что-то есть, ну-ка. Да, ничего вообще. Значит, сюда идем, все. Тебе вроде больше ничего не надо. Молодец, Редфилд. Неудивительно. Теперь мой черед колдовать. Масляную магию Вуду для починки вертолета. Ты, наверное, шутишь. Нам туда. Это надсмотрщица, она шлет этих тварей прямо на нас. Это нечестно, что делать будем? Постараюсь поскорее вертолет починить. Кто-нибудь, отключите чертову сирену. Хорошо, разберемся. Звук идет от бара. Пожалуйста, почини эту штуку. Надо ворота закрыть, мне жаль. От своего «я» не избавиться. Свое «я» можно лишь поглотить. Наверное, сирена на крыше таверны. Выключатель может быть внутри. Проверим. Ну вот он, да. И чё? А, вот, здесь. Все. Это было изивно. А, идут сюда. Теперь нужно отбиваться в доме. Точно, это же классика. Ё-моё, нас окружили. Бежать некуда, все кончено. Спокойно, Педро. Что с моим браслетом? Чего он свет изменил? Сейчас он, короче, я так понял, мутирует и будет боссом местным, да? Они лезут через окно. Так дерись и останови их. Мы все умрем. Не знаю, что делать. Во-первых, успокойся, мать твою. Да елки-палки. Как они эти решетки могут выбить, мне хочется узнать такими темпами. А ладно, деревянные. Почему это со мной происходит? Нечестно. Ой, еще. Почему это происходит со мной? Нечестно. Да ты что, угораешь? Так, давай. Где еще? Что там было 500 бонусных чего-то? Где-то я видел только что. Это что было? Она забрала? Потому что только что вот здесь было же, елки-палки. Вот буквально здесь где-то. Где еще? Все, кажется, не? Он не встанет? Нет, вроде не встанет. Да достали, вы от чего лезете-то? Может, хватит уже, не? Вот и все, да? Мы их прогнали? А, нельзя, типа, так и задумано. Держись!
А что делать-то? Ну давайте уже по одному. Страх запускает вирус. Да ёлки-палки, вы издеваетесь? Чё-то жесть какая-то. И они там еще и прыгают, охренеть. Так, не поднимайся, пожалуйста, спасибо большое. Педро? Видишь, браслет обретает цвет страха. Клэр, есть? Значит, не он. О, пошла жара. Я понял. Мое спасение — смерть. Ну, не такая. Чё делать будем? Подожди, у меня что-нибудь есть посерьезнее? Так, это что за херня? Вы что, угораете? Шутишь? Мы эту тварь хрен замочим. Беги, Мойра, беги. Пошли. Так, я понял. Бежим. Сверли, сверли, сверли. Быстрее. Давай, давай. Нет, 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 нет. Трындец. Серьезно? И откуда я начну? Да ты прикалываешься. Да что за приколы, слушай, капец, я уже почти добежал. Что-то прям жесть, слушай, началась внезапно. Это у меня еще оружие есть. Что здесь без оружия делать? Я хрен его знает, если честно. А, я отсюда начинаю самое... Ну, классно, спасибо большое. Сейчас, по идее, просто надо побегать немножко здесь. А вот сапфир. Сейчас подождем, пока ребята подоспеют. Да, хорошо, спасибо, ребятки. Давай, 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 давай. Теперь сюда. Все, вроде их меньше там стало, теперь можем бежать дальше. Да ёлки-палки, откуда вы беретесь-то, блин? А тот чел с бензопилой, он вообще где? Тут еще есть, смотри, сундук. Ну что-то я, наверное, зря сюда пришел. Потому что я сейчас сам себя загоняю в ловушку. Так, повезло. Нужно подойти туда поближе, потому что... Скажу тебе, скажу. Вот сейчас вот там, вот по идее, будет спущена лестница, да? Клэр? Клэр, лезь на крышу. Во. Так, благо, что меня вроде здесь зацепить не могут. Поднимаемся. Перезарядка сразу. Мойра, сюда, скорее. За мной. Ну пошли, чё, показывай, куда идти-то, ёлки-палки. Ну я с тобой, вот, чё ты хочешь от меня? Патроны кончаются, ребят. Вообще нифига не осталось. Надеюсь, дальше дадут. И чё? Я сзади обойду и открою дверь. Держись. Открыто, вперед. Удержится? Надеюсь. Ну это пока чувак с дрелью не пришел. Погоди, Нила, как же Гейб? Знаю, но оставаться здесь опасно. Слушай, не волнуйся.
Он в армии был. Опасность — это его хлеб. Ага, пришли. Спасибо большое. Сюда, помоги. И как я... Поможем мы тебе? Приготовились? Поднимайте. Вперед! Ты тоже. Скорей! Ищем патроны прям. Они нам точно пригодятся. Я думаю, босс-файт сейчас продолжится дальше буквально. Вот сейчас чуть-чуть пройдем и все. И начнется нехороший движ, да? Мне радостно, что ты в порядке. Гейб сказал, что вы разделились. Да, но я быстро бегаю. В спортзал хожу. Что это был за монстр? Это был Педро. Надсмотрщица всем нам какой-то вирус вколола. У Педро вирус начал действовать, когда он слишком перепугался. Звучит знакомо. Вирус, реагирующий на страх. Господи, мы должны от вирусов людей защищать, а не сами заражаться. Хреновая ирония. Мойра, ты вряд ли встречала Нила. Он наш шеф. Нил Фишер, ты дочь Барри Бёртона, так? Твой отец служит в ААОБ. Будьте добры, меня и Барри в одной фразе не упоминайте, сэр. И чё? Ну я вот свечу, у кого хрен это не работает. Это, видимо, я уже, наверное, нашел, да, поэтому... Сейчас. Да нифига, то есть я вот свечу, вообще ничего не происходит. Видимо, это я уже, типа, нашел. Ну ладно. Педро сказал, сигнал шел с возвышенности. Должно быть здесь. Вон та вышка. Надсмотрщица может быть внутри. Давайте пойдем узнаем. Идея плохая. Надо дождаться рассвета. К рассвету нас всех может постичь участь Педро. Время идет, Нил. Что-то мне эти звуки что-то не очень нравятся, если говорить прямо. Так, патроны. У нее там что-то все, видимо, перегруз, да? Сейчас посмотрим. Подожди, что-то можно сделать, может быть. Так. Потом давай вот так. Хорошо, что-то еще можно? С красной. Все, нормально, живем. Пойдем. А, ну конечно. О, нет. Свина-собаки? Серьезно? Мое любимое. Все, кажется. Что-то новенькое, слушайте. Ну, нам, по идее, сюда. Я так понимаю, она должна открыть нам дверь. Пока мы ее будем защищать. Да, давай, вперед. Готов. Не, ну да, у меня пистолет такой, довольно мощный. Да елки-палки, вы задрали. Как же бесит, а? Все, можем заходить. Благо, она сама начала дальше открывать. Додумалась. Ой-ой, они вернулись. Наверное, это бывшие островитяне. Надсмотрщица весь остров превратила в... Во что? Если это вообще она. А почему Мойра меня не подкидывает, я не понимаю. Ну типа, у меня-то оружие, как бы, да? От меня польза там будет больше. Скорей.
А, ну вот, благо нас двоих перекинуло. Обещаю догнать вас, доберитесь до этой вышки. Давайте, уроды, поймайте, если сможете. Так, ладно. Береги себя там, все дела. Это забираем. Что-то я здесь больше ничего не вижу. О, на русском заговорили, значит, да? Сейчас тут будет про красный карандаш, моя любимая. Я все жду, не дождусь. Да, подожди, стой. Да, блядь, ты издеваешься. Там еще идут, ну вы что, охерели? Что-то они какие-то живучие, до хера, вам так не кажется? А, это можно типа тянуть куда-то, да? Только куда? Сейчас сначала нужно разобраться. Короче, на этом острове злые русские Николаи и Иваны проводили страшные эксперименты по запугиванию населения. О, как! Ох уж эти нехорошие русские. Классика вообще. Ай, блядь. Клюква чай здесь насыпали прямо от души. Только нахера мы эту, нам предлагали брать эту штуку? Они здесь, берегись. Понятно. Ёб твою за ногу, здесь, короче, типа стелс, я понял. И как я должен это проходить? Ладно, ждем. Что-то помню, у меня здесь жопа горела со страшной силой. Не знаю, поправили, что-то не поправили. И вот куда он идет-то? Ты уйдешь отсюда, не? Тихо, его ж по идее можно загасить с одного удара. Ну да, благо, что даже таких можно повалить довольно легко. Блин, у меня патронов вообще нет, слушай, жесть какая-то. Сейчас, давай вот здесь, наверное, обойдем. Там еще эта собака, свина. Звучит, конечно. Вот что это, блядь, было? Так, ну один готов, второй вроде меня не заметил, не? Хотя он идет сюда, причем таким уверенным шагом достаточно. Что как бы меня ни хера не радует, должен признать. На тебя. Так, ладно, давай что делаем дальше. Все? Ну да, задохлик. Пойдем дальше. Там собаки, мы их лучше не будем триггерить, да? Ну пока вроде чипа ничего такого сложного. Сейчас скажут, а тебя просто пушки с другого прохождения. Поэтому, конечно, тебе, блин, все сложно, все легко. Я и не буду этого отрицать, между прочим. Я хочу этот момент отметить. Хороший ранг-то я уже точно не получу. Опа, глянь. Это та девочка. Причем, заметьте, она... Да, мы ее в тюрьме видели. У нее браслет.
Думаешь, она в эксперименте участвует? Если она смотрщица и детей запугать хочет, это уже шиза. А до этого что, была не шиза, не? А что было до этого, расскажешь мне, пожалуйста? Убивать людей можно, как бы, а запугивать маленьких девочек, это типа, как бы, ну, ни в коем случае, вы что? Это уже все, это уже перегиб. По-моему, все изначально было перегибом, не? Я вот к чему. Закрыто с другой стороны. Погоди-ка, а что делать? Здесь, скорее всего, типа, да, мы никак. Здесь тоже не пролезть. В таком случае давайте думать. Нам нужно как-то попасть внутрь, потому что там рубильник. Наверное, нужно спускаться ниже, да? Других путей как бы нет вообще и близко. Блять! Ёб твою мать! Ты жива там, не? Да, вроде да. Так, нужно ее лечить, короче, срочно. Дай ей что-нибудь там, травы, что ли? Хотя она вроде сама лечится, не? Ёб твою за ногу, глянь. Еще один момент, ребят. Пойдем. Немножко отвлекли. Вон там что-то есть. Ух ты, ёлки-палки, здрасте. А я вас ждал. Потерял меня из виду, да, теперь я так по стелсу к нему подойду и замочу его. А как забавно это сделано. Слушай, а полезная штука, должен признать. Это что, блядь, такое? Тихо, дяденька. Все. Ну это типа подъем уже с другой стороны, мне кажется, туда и нужно, да? Да, вот что-то я пропустил, смотри, что-то не заметил. Давайте исправлять эту ситуевину. Да блин, вот чуть-чуть промазал, ну елки-палки, ну за что вы так со мной? Что-то тяжелее и тяжелее, тут уже два замка тоже, как бы. Так, раз, все. Куда-то вот сюда, да? Бэмс, хорошо. Ящик для патронов к ружью. Хорошо. Отличный ящик, должен отметить. Идем дальше. С таким-то ящиком точно не пропадем, да? Так, страшные звуки. Иди сюда. Это по твоей части. Блять. Что-нибудь есть? Ёб твою мать. Ну как тебе сказать, окей. Мне кто-то плюнул в лицо. А так нормально, в принципе, чё? Так, переключимся, да? А то у Клэр там видимость по нулям абсолютно. Чё тут, чё-то новенькое? Сейчас будет очередная записка про нехорошо, да? Результаты ложного эксперимента. 8 ноября 2009 года. Предыдущая репетиция еще больше нас приблизила к истинному испытанию. В этот раз браслеты надели 11 кандидатам, после чего их подвергали экстремальному эмоциональному стрессу разной длительности. Результаты. Трое умерли сразу, остальные 8 в какой-то момент мутировали и их утилизировали. По окончании испытания никто из участников не преодолел страх. Печально, что я могу вам сказать. И вот опять же, смотри, нужна здесь маленькая ручка. Во. Теперь мы можем пройти, ну, я так понимаю, больше здесь нет ничего, да? Вот, что-то есть. Ткань. Ну, такое. Стоп, что? Я должен еще на время успеть? Так, как там было? Сейчас, короче, мы подойдем, и пройдет один человек. Wait. Okay. Надолго не открывается. Чтобы пройти, надо поспешить. Ну все, я прошел, до свидания. Да, елки-палки, давай уже там взрывайся. О, тихо, можно сзади подкрасться. А, ну окей. Как бы, будем считать, что он самовыпилился, да? А, без Мойры нельзя, да? Я понял, что делать, смотри. Все, короче, просто нужно эту штуку вот сюда вот так вот бэмс и все, да? Да блин, давай.
все. Теперь обходим Е, и мы можем, в принципе, двигаться дальше. Но там, по идее, можно еще куда-то спрыгнуть, что самое интересное. Может, там тоже что-нибудь прикольное будет, не? Вот смотри, он спрыгнул вниз. Что там вообще есть? Не? Прыгать будем? А, это мы опять увернулись сюда? Серьезно? И нахера? Типа, в чем смысл-то? Ну, допустим, он сам выпилился. И зачем? Короче, очень странная история. Зачем мы сюда шли все это время, непонятно. Просто выходим тогда. И вон, кажется, девочка, да. Но ты погоди, она нас не отвлечет от этого ящика. Вот мы уже наученные с вами, да? Здрасте. С одного выстрела, вы видали? Я могу, умею, практикую, да. Обращайтесь. Здесь опять же можно что-то там настроить, но я этого делать не буду, не вижу смысла. Куда она убежала? Опа, дрель. Это намек? Тут же типа дрель нужна, да? Да, ну в общем-то, это было ожидаемо достаточно. Ой, стоп. Пока. Полежи, пока не дергайся. Чё там, ты бьешь его, не? Заходим. Так, секунду. Пойдем. Ну, мы поднимаемся почему-то на... А, вот там что-то еще есть. Слушай, ну, мне кажется, это уже за баре будет, да, движ? Потому что эпизод что-то и так уже у них довольно длинный. По идее, должен быть скоро финал здесь. Этого куска я имею в виду. А потом уже здесь за баре будем а я? Забыли меня, что ли? Я не пойму. Эй, подожди! Давай быстрее. Эклер, давай вперед. Клэр сэндвич. Ну, а, типа только Клэр может войти? Погоди, все нормально, не бойся. Как тебя зовут? Ты откуда? Тебя та тетя сюда привела? Эй, тише, Клэр, дай я с ней поговорю. Ты, наверное, очень напугана. Я да. Меня зовут Мойра. Видишь, мы как сестры. Ну как тебе сказать? Пока все в порядке. Как зовут твою подругу? Лоти. Вы оба очень смелые. Ты хорошо с детьми ладишь. Пойдем? Хорошо. Вот так просто. Типа, тебе страшно, мне тоже страшно. Так тебе удалось одной уходить от монстров? Ага. Ты храбрая девочка. Но все это скоро закончится. На вышке есть плохая тетя. Когда мы ее уберем, все вместе уедем с острова. Это тетя, моя мама. Так что вам пи... Примерно так все будет, мне кажется. Что за херня? Мойра, слышала? Да, еще одна ходячая говняшка. Прости, я хотел сказать какашка. Ты знаешь, что мы с ними делаем? А ну это тоже я уже нашел, поэтому не реагирует. Тс, внизу кто-то есть. Так, только Клэр, да, может спрыгнуть вниз, хорошо. Вот черт! Не двигайся, пока мы сигнал не подадим. Хорошо. Тихо, ты как бы это там. Ты там не дергайся, мать.
А, я знаю, что делать. Смотри, мы сейчас же по стелсу можем пройти, да? Вдвоем просто, вы видали? Ты, конечно же, никого не видишь, кто подкрадывается к тебе спереди, да? Ну, конечно, да, бутылки — это прям имба. Тут даже без оружия, в общем-то, все проходимо. Вот черт! А вот это уже, по-моему, проблемка, да? Берегись! Этот не такой! Он в жопу лазит рукой! Сама вижу! Бежим! Ты вообще там упадешь когда-нибудь, не? А у меня что-то все закончилось. Это типа нормальная история вообще, не? Что мне с ним делать-то? Это стоит в огне, понимаешь? Она вообще как терминатор, короче, походу, да? Мой ранатор. Сначала нужно мелочь выпилить. Так, а что делать? Да ёб твою мать, что там вообще происходит? Что-то не дохерали врагов? Так, бежим, мне нужно срочно что-нибудь, чего останавливать кровотечение. Пока я это делаю, пока я останавливаю, меня просто дамажат со всех щелей, блядь. Да что тут вообще происходит? Чё за бред? Да ты угораешь? Слушай, что-то жесть какая-то. Нахера сюда столько врагов напихали? Я вообще не понимаю, патронов нет, врагов дохера. Босс еще шляется тут. Вы что, угораете? Ну, типа, это нормально вообще абсолютно? Или что это? Какая-то херня просто происходит. На экране фиг пойми, что творится, вот честно. Какая-то каша просто. Ну все, уже сюда идут, давайте. Ну там вон еще хоре сейчас выскочит, по идее, он, и начнется всякая херня. Может, тупо босса херачить, как вариант, да? Тогда, может, победим все-таки в итоге? Да, поехали. Бежим. Тихо-тихо, как тебе сказать, окей я? Не очень, как бы, но окей. Это выглядит, конечно, комично. Уже что-то жесть какая-то началась. Что мне здесь делать, я пока не понимаю. Так, давай наверх пока. Что это было? Быстрее, быстрее, быстрее. Да что там такое? Да слушай, ну это жесть. Что происходит, блядь? А у меня закончились патроны. Что мне делать? Бежим. Так, есть на ружье. Да, блядь, у меня патроны все уходят на врагов, блядь, а не на босса. Ну что за херня? Все, что дальше делать? Есть патрон на пистолет, да. Бежим.
Да это просто трэш. Ну все, у меня закончились все патроны, я хер знаю, что делать. О, есть что-то еще, да. О, наконец-таки, блядь. Ну, у нас закончились патроны, чтобы одолеть остальных. Беги, 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 блядь. Мы в жопе. Что-то еще есть? Так, подожди-ка. Есть патроны. Да давай же, ну! Все. Ух, ёбушки-воробушки, это было сложно. Кажется, все чисто. Это было... Идем за девочкой. Это было чертовски сложно, ребят. Просто трындец. Ну, прям реально, я вообще не понимаю. Ну, жутчайший дисбаланс здесь. Вот прям видно, трындец. Опасности уже нет. Сможешь спуститься? Это какой-то вообще ад. Пойдем. А с ней нужно поговорить, наверное, не, что? Или все, да, выходим. Просто вообще, ну мы пустые, понимаешь? Куча оружия, а толку-то что? Заперто с другой стороны, давай сюда. Открыто. Ух ты, какое обслуживание. Какой милый мишка, он твой друг? Лотти она. Ее дал мне хороший дядя. Какой хороший дядя? Дядя из Террасейв. Он спас меня, когда я была маленькой. Интересно, удалось ли кому-то из Террасейв не попасться? А что это было? А, во. Просто так и задумано. Вот тебе надсмотрщица драная. Валим с этого странного острова. Блять. О, мой дорогой малыш Грегор. Это нечестно. Черт подери. Давай, Гейб. Дерьмо. Нет, 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 нет. Гейб, уходи оттуда. Мое спасение — смерть. Но не в этот раз. Гейб. Жаль твоего друга, но ты крепче, чем он. Ты не сломаешься. Правда ведь? Клэр? Девочка пропала. Такой бред происходит сумасшедшего, честно. И ну в плане, знаете, это вот из разряда настолько плохо, что даже хорошо. О, нихрена себе, смотри, за С, Б, А, нихрена себе, мы ранг высокий получили. Мы молодцы с вами. В следующей серии, ребят, продолжим. Ну, конечно, да, тут видно, что прям баланс перекошен страшно. Вот этот вот бой, помимо того, что сам босс там жирный достаточно, они кидают на тебя врагов, но благо, да, патроны они подкидывают на протяжении всего процесса, но это все равно прям какая-то жуть совершенно. Вот, ну а так, ну типа, видно, что это такой прям ББ класса игра, но
целом забавно. Моментами бесит, криво, вообще абсолютно не оригинально. Сюжет просто максимально тупорылый, там дальше еще по ходу дичи навалят, короче. Но что-то в этом забавное есть, должен признать. Посмотрим, что будет впереди, ребят. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал. На телегу подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там трансляции. На второй канал там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. И не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему оставаться на плаву и развиваться. Ссылки все в описании. Всем спасибо, всем пока.